Говорят, кошки могут видеть призраков, а я вижу все. Я экстрасенс. Пусть только и сегодня перестанет следить за мной. Сейчас будет зеленый. Я экстрасенс, да. Вот. Вам одобрят кредит. У вас будет ребенок. Классная куртка. Ты скоро найдешь работу лучше. Загадайте, пожалуйста, человека. Он должен быть седовласый, бывшим президентом России. Их несколько. Загадали? Так, давайте. Теперь имя, имя. Борис. Да? Да? Супер, супер. Так, давайте теперь с вашими именами разберемся. Меня зовут Игорь. А вас? Виктор. Федор. Иван. Ты ставишь блок просто. У меня все хорошо, но ты ставишь блок. Давай с тобой разберемся. Виктор. Федор. Иван. Вот видишь, она блок мне не ставит. Покупайте только мягкие бананы. Я экстрасенс. Мягкие бананы вкуснее. Хорошо? Айфон не сделает вас счастливым. Только Android. Я экстрасенс. Вы Виктор? Андрей. Иван. Зачем ты это говоришь? Я экстрасенс. А я мне 77. Сюда. Я знал. Вы можете загадать человека, я попробую угадать его. Загадали. Он чернокожий. Нет. С усами. Нет. Женщина. Нет. Блондин. Нет. Он актер. Нет. А, он президент. Нет. Это человек? Видите? Да, здорово. Молодец. Спасибо. Только курица. Договорились? Угу. Цезарь с курицей. Никаких креветок. Я экстрасенс, я знаю. УРЗ можете не бояться. Этой зимой не заболеете. Я экстрасенс. Видение просто пришло. Вы завтра можете сходить в свой любимый магазин. Будет скидка. Можешь позвать ее на свидание. А ты не ходи на свидание. Иначе придется заплатить за свой ужин. А, что-то прервалось. Но в Магадан ехать не нужно. Вы думаете про Магадан сейчас? Почему? Ни о чем не думаю. Я вас уверяю про Магадан, я же экстрасенс. Любви там не найдете. Ищите в Тюмени, Тюмень хороший город. Силы иссякают, надо подзарядиться. Да. Я вновь готов работать. Я работаю на долгоиграющие заклинания. Я могу принести вам удачу, чтобы вы сдали зачет. Ну, я поработаю. Мне просто надо тренироваться, я поработаю. Выберите любую карту. Угу. Так, кладите ее в середину. Наоборот. Ага, вот так. Холодно, у меня... Плохо работают на холоде мои экстрасенсорные способности. Ну да, может не получиться. Я просто молодой еще, не знаю. Это был валет. Это был валет черви, да? Да? Да, да, угадал. Спасибо, все здорово. Все супер. Ну, парень, это большое будущее. Я знаю. Итак, у вас были семерки, у вас буби, у вас крести, верно? Выберите любую карту. Угу, выбери. Да. Вкладывайте ее в середину. Что-то на... Ага, наоборот. Отлично. Этому фокусу меня мама научила. Был король черви и король пики. Как вы это делаете? Магия, уличная магия. Вы думаете, это настоящее здание? Нет, это я заставляю вас так думать, точно так же, как и с фокусом, с этими картами, потому что я настоящий экстрасенсище!